Всем привет, ребята, меня зовут Китатушка 123, и мы играем сегодня в Майнкрафт. Да, мы играем в Майнкрафт. Я чуть-чуть приболел, поэтому я в школу не хожу. Сопли у меня, кашель. Не частый кашель, но есть. Горло чуть-чуть побаливает. Поэтому, ребят, я не хожу в школу. Нет, я не до такой степени болею, что это лежу в постели. Ну, у меня нос заложен вечно везде. Горло чуть-чуть болит. Сопли. Покашливаю. Поэтому я в школу не хожу. С таким меня тоже, наверное, в школу не пустят. Не стоит рисковать кого-нибудь заразить. Дальше что-то учиться, когда у тебя в таком состоянии. Я зависла, все. Ура! Кавычка! Не понял, что это такое. Ну что вы тут планируете открыть? Вы что мне тут планировали? Окей. Где мой курсор? Где мой курсор? Да, уже система подлагивает сразу же. Где мой курсор? Почему курсора не видно? Я курсор мой. На это секунду. Так, проверяем. Опять курсор, а не. Окей, ребят, да, придется. Вот так вот. Как в старые времена. А, у нас же все равно сейчас крестик появится, курсора там не видно. Поэтому так можно только еще. А инвентарь, что? Инвентарь, там уже тоже курсор, блин. Ладно, придется так играть, как в старое время. У меня опять компьютер подвисает. Не понимаю. Алло, компьютер, ты что так виснешь-то? В общем, блокнот надо закрыть. Ой, что так виснет? Сетап! Берите этот сетап. Здрасте. Тесто какая-то тут. Тесто или тесто. Тесто какое-то тут. Капец, лагает. У меня потому что вся система лагает. Окей, уменьшаем прорисовочку. Я вчера играл, у меня было 60 FPS стабильно. Тут у меня уменьшаем капец какой-то. Окей, подрубаем. Окей. Гейм-мод 1. У меня тут есть карта, поэтому полетели по ней в нашу деревню. Вон наша деревня, я там где-то все разбурил. Здорово, деревня, или это вообще нет, не наша. Нам дальше, ребят, нам дальше, нам дальше, нам дальше, нам дальше. Что это?
за крепость такая. Ну дальше, ребят, нам дальше. Еще дальше. Еще дальше. Еще дальше. А вот моя разбурятина, смотрите. Разбурятина моя. Вот тут сколько выбор. Не метку. Смотрите, какие дороги пробурил. Бурятин. Так, окей, летим. Во, мои дырки. Дороги, блин, подземные туннели. Ой, деревня моя. Да, тут дорогу сделал такую. Хотите, я вам ее продемонстрирую? Поэтому Time Set Day. Нет, рюкзачок. Пополненный рюкзачок. А где мой дом? О, мой байк. Байк. Мой личный. А если я поеду по этим дорогам? Ну-ка. И что? Что должно быть? Байк это ничего вообще не замечает. Так, вот. Войдем. У меня тут камера видеонаблюдения. Давайте ее Ой. Геймод. Смотрите, я один факт заметил. Вот я стою, да, с Буратом. Я беру этот монитор камерный. Я подключаюсь в эту камеру. И меня тут нет! Знаете почему? Потому что находимся в этой камере. Вот. Мы в этой камере чисто. Мы стали этой камерой. Секрет. Секрет мода. И смотрите, как это понять еще можно. Вот смотрите. Координаты у меня. Минус 824 и минус 375. Подключаемся. Координаты меняются. Отключаемся, координаты меняются. Почему тут не все камеры ловят? Алло, а где шестая? Почему не ловит шестая камера? У нас тут жители бегают по дорогам. Кстати, это наши игроки. Это у нас сервер такой. Игроки у нас тут есть. Ой, сейчас будут по моим бурятным дорогам ходить. Окей, давайте им откроем проход. Да уж, хотят они. Ууу, прямо кормили их. Да уж, что-то их вообще немного. Сколько этих там жителей? Ну так мало жителей.
можно наблюдать за всей деревней камерой висит. Там когда-то отключился. Вот. Это правда рисовку больше делать. Оп. Да уж точно всю деревню, как вы видите, видно. Правда, вы очень сильно трубить начинает. У меня, по-моему, вообще FPS не изменяется. Как этот FPS редуктор настроить? С этим бандикамом. Может, мне надо от чего-то избавиться в компьютере? Пойду избавлю. Кстати, вот что, когда у меня запись на паузе, у меня это компьютер не тормозит. Все, не тормозит. Останавливаю, не тормозит. Как вы видите, я тут избавляюсь от всего ненужного. Так, избавился от того, что мне не надо. Мы заходим в Майнкрафт, где опять из-за этого бандикам начал курсор подлагивать. Бэк-режиме у нас нормальный FPS, ура! Так, давайте понизим прорисовочку. 8 чанков. Само то. Кстати, давайте пройдемся по модам. Майнкрафт, Майнкрафт Кода Пак, Форж Модул Лайнер, Майнкрафт Форж, Абсубкары, Техганс, Секьюрити Крафт, Apple Skin, Better Minecraft, Bookshelf, Satin, CTM, Chisel, Chisel's Beats. Q-Click, Better Model Lib, DecoCraft, Чантинг плюс, чантинг фердер, FPS редуктор, крайфиш, фортнайт, ремонт, мимод, хеко, форми, инвентарь пец, Арнчест, Джоурней Мап, Лакеблок, Мордомы Рандомы, Реал Фуд, это Пучипс. Пучипс, какой-то. Так, Телганс, Телскин, Торохел. Домашний текатрс, травеллер из бэкпак, мэр крайфишес, мехицлемэн, ворлд эдит, xp холдер. Вот такие моды, 10 штук. Что здесь, по-моему, не болит. Значит, видите, как
богатый, кстати. Тут у нас айфончик есть. Айфон X, кстати. Целуар. Это целуар. Ребята, это целуар. Дентальпиц. То ли двойной сундук мне как раз не очень нужен. Складываем чисто все сюда. Ой, живая хватит. А что она любит? Шерсть. Она ест шерсть. Так, сейчас. Где мой мега-меч зачарованный, но зачарованный? Вы разочарованы. Кроватку мы сейчас тебя будем уничтожать, так скажем. Кроватка куда побежала? Да блин, жители, я сейчас вас разбурю. Уже себе голова оторвалась. Я голову жителю оторвал случайно. Ой, я опять разлетелся. Кровать! Что-то выпало. Это самородок. Да ты дурачествуй. Новогодний колчан возьмем. Сабухирятина у нас уже есть. Я там сетней надо прописать. Ну, пупердит. Один факт. Один хотя бы на ногу садится. А первоапрельский. Thank you.
расфигурирован. Железный голем. Что он может, этот питомец? Рискуй. Что он вообще может? Бесконечные стрелы. 30 секунд. Понятно, что эти питомцы делают, короче. Так, Пэкман. Заорал.
Давайте рандомный выберем. Нормально так. Откуда маг? Что это было сейчас? Так, до свидос. Давайте что-нибудь другое еще возьмем. Вот, например, мод. Давайте звоночек себе. Что у нас? Звонка-то нет. Так. Телевизор. Что у нас может этот телевизор? А давайте-ка пустим ссылочку. Ну, тут видео, играю в Майнкрафт, мое из самых первых видео. Вперед. Ола. У Эрли. У Эрли. Вперед. У Эрли. Фаворит. Да уж. Нужно обязательно гиффайл, что ли? Гифки. Урала гифки. Дайте урала гифки. Урала гифки. Урала гифки. А вот. Удобно показывать. Я тебе поставил гиф-файл? Поставил. Что не так? Вот это гиф точно. По качеству видно. Подключаю к телевизору нашу гифку. Наш.
телевизор ничего не хочет работать, если здесь. Нерабочий телевизор. Подарок. Так можно спалить. А сколько миллиард яиц получить? Окей. О, кстати, я раньше объединял дома в Майнкрафте. Булыгой я это делал. Давайте-ка этим займемся. Я забыла вообще, что я так раньше делала. Очень часто я так делала. Мне это нравилось. Поэтому давайте делать. Кстати, у меня тут секретный сундучок. С секретным паролем. 1, 2, 3, 4. Сюда мы яйца положим. Луки, батоны, к сожалению, мне вас придется раскромсать. И тебя, мой, к сожалению, тоже. Почему он большим стал, когда я его это разбурил? Малой, не малой. Значит... А, у нас же World Edit есть. Чё я тут так заполняю-то? Мы ещё возьмём топор деревянный. Не парись. Ай. Сделаем себе. Какой-то майдел в булыге. Сейчас я майнкрафтовскую книжку принес. Так, я принес книгу майнкрафтовскую. Ищу тут айдешку. Айдешки. Вообще эти. Блоки. Все же у нас блоки. Это не тут. А, тут предметы. Вот блоки. Булыга. Где у нас булыга? Так, 4. Айды 4. Поэтому я пожелтел. И сет 4. А, слышь. Классно. А то я про этот топор-то и забыл, что его сюда поставил. Сборку в свою. 54. Теперь же забегаем ко мне домой. Прорубаем дырень. Я застрял! Что?
Алло, ты что застреваешь-то? Брата, ты, пацан, ты что застреваешь? Окей, дверь дурацкая не работает. Так, отличная дорога в дупу будет у нас. Так, это надо снести. Ой, так все, я поговорил, там мама звонила. Это надо все запомнить. Вот сюда. Вторая позиция. Четыре. Один. Два. Три. Четыре. Так. Танцы. Поднимаем. Поднимаем, поднимаем. Поднимаем, поднимаем. Теперь нам надо, кстати, потолок. Потолок что? Без потолка, что ли? А дождь затопит пусть, да? 54. Так. Теперь, нужно опять ко мне домой. Сюда. Это мы буриваем. Отбуриваем. Алло. Хотя. Алло, где вообще? А, я вот пошёл. Ой, надо приподнять. Оп. Оп.
поет малыш. Такс. Оп. Опа, оп, 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 оп. Дорогу, к сожалению, придется прорвать дорогу нам придется. Все нормально. Они выделяют нам. Что он столько вырывает? А, у нас там несколько блоков. Будет этот бур. А, не будем на него злиться. Погнали сразу следующий проход делать. Ну, где земля вообще вместо пола? Капец, конечно, еще домов нам подсоединять по скайпу. Присоединяться надо. Что я сам-то заполняю? Друзья, может сделать топорик. Мне остается только вот так вот сделать. О, удобный проход. Тут еще один проход. А, я могу отсюда сделать. До сюда. Четыре. Все четыре. И сколько мы там уже стримим? Нифига себе, как быстро. У меня запись уже 5 гигабайт весит. Будет сразу проход. Дорожку я тебя опять сниму. Окей, пробурили дорогу. Второй раз. Будем приезжать снова к стене.
Надо будет систему построить. Кстати. Очень классный стиль. Это будет коридорчик. Алло, что так темно? Алло, что так темно? Кто-то в двери мне хлопает. Жительники опять. Так, и как там теперь разобраться, в какую сторону копать? Я помню. Пролезть нельзя. Как можно? Второй раз у меня там компьютеры стоят. Что, давайте я возьму себе байк на голову. Неужели я что-то даже додумался карион поставить? Можно даже покататься по этим туннелям. Ребята, в кавычках, можно, вообще нифига не покатаешься по домам. Да уж, по домам, по байке, таком классном, не покатаешься почему-то. Я хочу покататься, это мне надо как-то туда залезть. Окей, пойдем в другой проход. Ой. Так, пацаны, братаны! У нас байк на голове. Байк на голове. Перенесем все сюда хотя бы. Алло. Я опять на голову. Я застрою тут и сюда. Где я вообще нахожусь? О! Тоннели слишком худенькие для байка. Ладно, понеси ты его на улицу. Да. Почему не замедлили? Наложил. То есть сюда. Здесь в стене будет. Алло, житель. Кто у нас дома есть? Ой, житель. Я тебе замедление наложу. Справились. Сейчас в лобби отправиться, хотя лобби ночью не работает. Лобби я вообще. Давайте я вам лобби покажу наше, которое я еще не построил.
Да. Нужно опять забраться ко мне в дом. А колодцы это вообще не сделают. Еще как сделать? От за церкви? Это нужно. Один построим комнатку барьера. Сейчас я тебе барьерами. Теперь минус два барьера. Да. И сюда нам нужно поставить. Дверь. В комнатку барьерную. Открываем дверку и выходим на свободу. Кастом из PC, что я не скачала. Что? Что там опять подобрали? Откуда эти маки? Дурацкие. Окей, выпрыгиваем из этого барьера. Маки до свидос. Берутся, да, все неоткуда. Так, спаун-пойнт. Собака. Дальше я еще один аккаунт сюда притащу. Короче, дурацкий компьютер виснет из-за этого Майнкрафта. Наконец-то дождался. Майнкрафт этот завис. Поэтому нам не удастся протестировать на юха. Ахаха. К сожалению. Записи за 8 годовой курс перестали. Что это такое? Ладно, пусть там пока ищет этот дурацкий способ устранить проблему. Второй завис. Поздравляю, что этот Яндекс открывается.
Ура, Яндекс не отвечает. Ура, 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 Яндекс завис. Ура, он сейчас отключится. Подписчики, вы меня слышите? Или что, где-то стёк-то зависало? Ребята, у меня трэш в компьютере. В компьютере трэш, 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 трэш. Майнкрафта. Хо-хо-хо. Как это можно назвать, потому что это все зависит от Майнкрафта. Ладно, все сломалось, ребята, поэтому будем завершать. Прям тут в зависших Майнкрафтах. Не, я не буду завершать, пока я их не выключу. Я тут уже все нажимаю, все кнопки, которые только... Где первый? Чего второй остался? Уже сами закрываются. Что происходит? Ладно, закрыть его нафиг уже. Вот как это закрыть? Открой, накрой, дед. Я. Мне придется через спуск открывать. Я вот среди этого найти... А вот, нашел. Я бы не играть уже наша запись, если бы не бандикаму закрывать. Ну, у нас как раз пожирает нормально так. Все, ребята, мы расправились с Майнкрафтом, выключили его. Кстати, если вам покажу секрет, почему посылки многие приходят мятыми. Смотрите, почему. Ссылки бывают мятыми. Это чешуя. Сейчас загрузит. Да не диспетчер задач. Покупайте подарки со скидками до 60%. Вот почему так. Ребята. Это всем пока!